Так, юху, всем привет, с вами Нот, с вами GTA, Сан Андреас. Блин, кругом гаишники. Для Зи мне денег не хватает, но поехали на Визи. В общем, Ви это китаец, а сутенер это он тот, игрок. Я никогда не понимал, почему кому-то делают иконку, красивенькую такую, а кому-то делают просто букву. Обычненькую такую. В чем прикол, я не знаю. Мне еще 8 штук надо где-то набить. Где-то набить 8 штук. О, китаец раньше. Что-то что было? Привет, Чезаре. Копсы увозят из Сан-Фера, так? Верно, но у них мотоциклы, CJ, они поедут по перекрестку. Да, надо посмотреть, что мне удастся собрать. Что-то сейчас какая-то погоня была даже. Так, а куда мне надо ехать? Сан-Фьерро, да? Это они выезжают опять с города, да? То есть периодически меня будут подкидывать такую работу. Но нет, они где-то в заднице мира. Погнали! Я могу с них выбить деньги. Мощь, а не машина. Тюнингу. Нафига тюнинговать, когда у нас есть мега мощный такси. Так, что мы дальше можем делать? Здесь мы можем выехать на автостраду, а они все еще здесь. Надо как-то вниз уехать бы. Ладно, поехали по автостраде или по встречке, не знаю, сейчас разберемся, почему. Они где-то там в степи. Блин, надо что-нибудь отцапать. Но, в принципе, если у них мотоцикл, мы отожмем мотоцикл и поедем назад. Вообще, кстати, прикольно началось. Я же их догоню. Давай, где нитро, когда оно нужно? Тут прикольно, сельские машины еще такие разные. Ну, в смысле, разновидность машин. У них, по-моему, раньше было, но она сильно в глаза не бросалась. Так, как теперь мне ехать? Я могу выехать по тоннелю сюда. Азуй! О, Мако! Ха! Так, я уже где-то вне города. Черт. Сам такой. А никуда я это? Они едут в город или от города, я не понимаю. Они идут куда-то по степи. То есть технически я могу съехать. И ехать через поля к ним. Так, газы. Еще тут читай комментарии, конечно, да, немножко отстаю по ним, но да ладно. Молодец. А, 6 баксов дали ни за что. Там мне пишут, что машина, которую угоняла этой истерички нашей девушки, которая типа нас любит и не любит, и любит и не любит, если ее тюнинговать, будет вообще крутая. Но проблема, что я не могу ее так тюнинговать. Как только я ее тюнингую, мне надо будет ее хранить, потому что если я где-то ее брошу, в этой части она пропадет. Ша, мы их догоним. Стоп, куда они двигают? Господи, эй! Такси, срочно!
они уехали куда-то туда. А куда они уехали, вот вопрос. Черт. Походу не туннелем надо было уходить, или по-другому. Где меня туннель вытащит-то? Старый добрый город. А не сверху, да. Хорошо, все равно догоню. Надо там вот сюда ехать обратно, да, так опять сзади. Здрасте. Они даже не среагировали, подумали, они врезались. Молодцы. Так, вот они уже едут по проселочной. Я их почти догнал. Интересно, они могут куда-нибудь уехать и все, и потеряться? Но деньги мне сейчас нужны, это по-любому. Так, стопы, куда они едут? Черт. Козуй. Никуда вы вообще отсюда выйдет? Я могу по трассе ехать, они куда-то все равно вырулят. Они где-то тут, вижу. Вижу, иду на таран. Та-та-ра-та-та-та-та-ра-та-та. Та-та-ра-тан-тан-тан-тара-тан. Серьезно? 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 Не, вы не серьезно. Столько ехать, чтобы упасть в воду. Я очень переживал, что главное не упасть в воду. Главное не упасть, и в итоге все равно упал. И сейчас только доедет Цезарь опять позвонит и скажет, там опять наркоту вывезли. Чтобы он меня не обломал. Нет! Черт. The Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Ладно. Okay, I'ma see what I can dig up. Мне нужен байк, хороший байк. Мне же найти байк. Байк, 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 байк. В смысле, а где они? В смысле, нет, я же нажал поддержать, нет? Блин, ладно. Не знаю, зафейлил я его или не зафейлил. Ну что пойдет? Походу я сел, не дождавшись ответа. Так, и чё так к нам китайцу? Братва с облачной горы. А, все, понял. Я же здесь этого... Узилу потерял. Причем он умер в момент стрельбы в стрелке. Пойдем в УЗИ.
Now, where's that loose cop? I'm gonna put you to sleep, punk. Ooh. Дай денег. Ладно. Come and get it, trick. А я раньше не читал эти комментарии, не знал, почему он бежит. Ей, женщина. I was just, you know, getting the feel of the place. Stick close. Ah, we're here. This way. Я не могу это пропустить, отстой. Strange, this gate is usually locked. Stick close. Oh, man. Woozy. What's got you so spooked? Oh, sorry. Didn't see you lying down there. He's dead. They all are. The blood feathers wiped out? Die low. Forgive me. I was too scared to fight, so I hid. Enough. What happened here? Vietnamese surprised us. Cut us all down. Shit! Here they come again! Ну давай, китайская братва. Don't touch me. The triads must have vengeance. Чёрт, стреляй! Тупые трядовцы. Машину, быстро! Какую? Сюда? Окей. Все, теперь нам надо дать ему расстрелять с них. We got more company. You drive. I'll send them back to the sewer. Keep driving. I'll take care of these murderous scum. That looked like the last of them. Thank you, Carl. You saved me from having to kill them all myself. Вези его обратно, господи, я был рядом. Я мог опять кинти двинуть. Вот примета как символ благодарности Тонга. За то, что ты помог мне в этом деле. О, пятерочка. Ладно, пошлите, заедем. Так, где мой дом-то? Мне же соевануться надо. Если по пути что будет, еще и докупиться, не знаю. Ох. Вот чему я научился в автошколе. Идеальная боковая парковка. Кто сможет повторить? Да никто. Такси. Гоняет. Красиво вы. Черт. Случайно. Ранфали.
Привет, Вузи, уважаемый. Как дела? Привет, Зиджей. Познакомься, это Шук Фу Ран Фа Ли. Он глава Тонга Красный Геккон. Как вы поживаете? А, он отправил послание от Колона. Вьетнамская мафиозная семья, братва Дананг, собирается переехать в Соединенные Штаты. Это может объяснить подлое нападение на триаду «Кровавое перо». У нас могут быть проблемы. Хочет, чтобы ему вернули груз. Курьер оставил его в тайнике в аэропорту. Сейчас это дело получило наивысший приоритет. А, я могу это сделать. Он из Триады? Из Облачной горы? Нет, мой личный друг. И он меньше всех привлечет к себе внимание братков из банды. Дананг. Окей. Спасибо за поддержку. Толстый Си-Джей, толстый Си-Джей. Мне нужен аэропорт. Разгон. Есть разгон. Не, нитро, конечно, вещь прикольная. Только мне нужна какая-нибудь керстинка с дизелем. На момент, когда я его запускаю каждый раз. Интересно, что он будет делать? Так, нам аэропорт назад, да, надо? Так, господи, что у вас тут происходит? Я засмотрел, как кто-то этот врезался в гаишника. Сам врезался в гаишника. Эх. Так, мне надо аэропорт, аэропорт. Начинается въезд вон там. Мотоциклы, я хочу мотоцикл. То первый, то мой мотоцикл. А! Собака. Да не стреляй в меня, я просто мотоцикл свой возвращал. Так, мне нужно внутреннее кольцо, да? Да, нет, вроде как. Тебе нужна машина. Это что, забрать надо? Это засада братвы из банды Дананг перекрывает все пути к отходу. Козы, он нас не остановит. Черт! Далеко ты не уйдешь. Мне далеко и не надо. Так, куда же мне надо их отвезти? Обратно же, да, в этот район? То есть я сейчас уезжаю по прямой. Ну да, в принципе, по прямой и прямо все хорошо. На, все.
Пошли вон все от меня. Прям едет за мной, смотрите. Вам ничего не мешает? Эй-эй-эй! А чё это? Гаишники меня тут стреляют вообще-то. Уезжай, уезжай, огородами, огородами. Че, кто еще хочет? Етечь колотить! Серьезно! А сфига ли он взорвался? Почему он взорвался? Я должен был взорваться. Я честно пытался от них уйти. По идее, еще одно задание и все. Я смогу купить Z. Извините, извините. Я на права сдавал. Просто учусь ездить без поворотов. Без поворотов. Точнее, без тормозов. О. Ой-ой-ой! Собаки, а? Рискованно. Так, если мы вот тут перекроем. В себя постреляй, а. Не уйду, у меня выбора нет.
Черт. Нужно лавировать между машинами. Хотя у них шанс меньше, что они выпадут. Просто газуй, друг. Еще? Нет! Спасибо, что верили в меня. Они даже не вылетают. Что у них за уровень вождения? Эй! Да я бы остановился, если бы меня убить не пытались. Эти твари все пытаются меня убить. Да чего у вас так много-то? Где здесь заезд? Вот он. Сложно. И я могу этого Зиро купить. И колу. Обычную. И пиццу. Зиро, кола и пиццу. Кола обычно, потому что Зиро отстой, а Зиро, ну, типа я худею. What would you like, sir? Тебе не касается, что я хочу. Мне надо восстановить жизни. Ништяк. Но максимум, максимально толстая задница. Насколько это только возможно. Нет, нет, нет. Я хотел бы мотоцикл, но мотоциклов нет. Вот мотоцикл. Take some money for petrol. Did you get out much? Полежи там. Эй. Рик! Свинья! Каталина, это ты? В смысле, это мой, я его одолжил. Фак, засмотрелся. Газуй, газуй, ленивый ты задница, господи. У Зера, по-моему, будет миссии с самолетиками, они будут такие, как бы сложно, прикольно. О, вот это мощь. Вот на такси я бы сюда не заехал. Так, как теперь надо выехать наверх? Ух ты, броник халявный. Здрасте. Да, Каталина еще та. Девушка. Так, поехали, выкупим этого. Дом. Зеро. Наш же парень. А своих мы не бросаем. Я все равно хотел остановиться. Так, имущество куплено. Yeah. Zero RC.
Ну и чё у тебя тут? В смысле, вся? Ну ладно, пойдем отсюда. Привет, Карл, это Зеро. А, привет, Зи. Чё тебя не было, когда я приходил? Да, я знаю. Я выполнял опасное разведывательное задание в глубине вражеской территории. Да, конечно, как скажешь. Нужно войти и ознакомиться с бизнесом, знаешь. А, да, конечно, конечно. Мне нужно немного прибраться в доме. Полный бардак, понимаешь? Об этом не волнуйся. Я скоро к тебе загляну. Привет, Зи, чё новенького? Ничего новенького, Карл, кроме проблем с давлением и крушения моих надежд и мечт. Почему? Как обычно, силы тьмы взяли верх над добром. Жизнь сплошные страдания с перерываниями на агонию. Кореш, ты под чем? Под чем бы не был, дозу надо уменьшить. Извините, наркотики я не употребляю. Все мы знаем, что наркотики нужны неудачникам или сексуальным маньякам. В настоящий момент о сексе я думаю в последнюю очередь. Ну и слава богу. Беркли вернулся. Беркли, да. Кто такой Беркли, мать его? Просто человек, который я когда-то победил в честной борьбе. Человек, буквально одержимый местью. Так ты его отдел? Не надо, пожалуйста, я никого не чиню насилия. Я знаю, ты его тёлку трахал. Нет, я честно получил премию в науке. Первую премию в смысле. О, GTA Vice City рекламирует. Ой, Манхант. И теперь он тебя... Чё? А ещё я говорю, что гангстеры тупые и ограниченные, да? Ещё это говорят, да? Эй, что это за писк? Это он. Мы будем сражаться до конца. Беркли начал полномасштабную атаку. Это безумие. Всем батареям открыть огонь. Он хочет уничтожить мои передатчики. Если он их собьет, я никогда не смогу контратаковать. Не проблема, чувак, но это всего лишь игрушки. Это не игрушки, это просто... Они просто размером меньше. Устрани вражескую угрозу с помощью пулемета. Сейчас, я пытаюсь, не ори на меня. Фух. Вообще пацан опасный, какой бы он умный не был, у него на крыше мини-гад. Никого не волнует. Что это за флот тут целый? Кадзи на 6 часов. А, не, на карте отображается. Отлично. А 6 часов относительно чего? Так много-то. Нет.
у меня рука затекла. А, сейчас. Чувак настойчивый, смотрите. Платили, блин. 3, 2, 1. Ништяк. Ха-ха, Беркли. Пока у нас пальцы сгибаются, мы будем драться с тобой. Молодец, Карл. А теперь иди, мне надо подготовиться к предыдущим сражениям, к предстоящим. Я такая малость не значила так много. Слишком мало, три. Нет, это не то. Тогда что? Будем драться с ним, но побеждайте на крыше. Чего? 1000 баксов. Ладно, мне надо все равно сохраниться. Тут где-то рядом. Где-то вот тут. Блин, я прям замечу. Он сам прыгнул. Хорошо, что Зи рядом, на него доезжать просто. Хотя деньжат чуть-чуть поднакопим. Ладно, веса мне пока хватает. Я на массе. Я даже стою, видите, как руки тупо вперед. Пути снабжения. Ну-ка, что теперь? Эй, Зи, ты где? Ходи, Карл, я тут очень-очень занят. Совершенно секретное дело. Не для таких глаз, таких чувствительных. Ну же, чувак, ну где ты? Сказал же, уходи, Карл. Мне сегодня друзья не нужны. Спасибо. Чувак, а у тебя крепкие подштанники? Да, мой герой. Карл, он вернулся и унизил меня. Мне остается заняться проституцией, где меня найдут мертвого и переломанного. Я 28-летний, который владеет снимаемым им жильем, на котором я висел, подвешенный от своей трусы, осознавая свою неадекватность почти 2 часа. Незначительность. Ой, блин, мой позвоночник. Слушай, тебе нужно успокоиться, парень. Что у тебя есть за оружие? У меня есть прототип модели самолета. И миниган, вообще-то. Ну, а этим самолетом мы опустим Беркли. Окей, круто. Чувак, это смешно. У Беркли все поставки идут через его шестерок. Что ж, вмажем ему в самое больное место. Поставим на колени его гребаную почтовую торговлю радиоуправляемыми модельками. А ты как? Запускай Красного Барона. Жми V, чтобы сбавить скорость, чтобы уменьшить. Так, ладно, как дальше? Использую клавишу для поворота влево и вправо. А как вверх или вниз, мне скажи? Для стрельбы из пулемета используй КТРЛ. А вверх и вниз? Для самоуничтожения нажми левый клик мыши. Ну, понятно. Колотить. Как это сложно-то?
Это ебать как сложно, серьезно? Ты можешь развернуться? Тогда повернись ты. Only three delivery boys left. Я не понимаю, как он поворачивается. Вроде Куе тоже позволяет, но коробка стоит. У меня топлива очень мало. То есть мы самолетиками убиваем людей. Господи, ты можешь взлететь? Это жестяк, серьезно. Я думал, там где-то от Вайсити были странные самолетики. А нет, я ошибся. Как им летать, как управлять, это вообще жесть. Кто самый близкий получается? Ну да, этот получается. Глаз почухаю. Интересно, у меня запаска есть самолета? Давай. Блин, капец, игра не прорисовывает. Надеюсь, я остановил, знаете, этот, одну вещь еще проверю. Да, остановил, но это странно. Что тебе мешает прорисовывать? Слышь, ты куда уехал там? Давай, жахнем. Капец, он далеко угнал. Давай, последний остался. И полбака. Хорошо. Красный барон. А разве у меня не три крыла должен быть? Хм. Фигаси, свет в окнах. Это просто наложенные текстуры сверху. Плоские текстуры. Обалдеть.
А, он целится, в принципе, сам. Давай, Карл, не подведи меня. Fight or die, Carl. It's the only choice we have. Да чтоб тебя. Можешь лететь как-нибудь нормально. No! I need your ride, dude. Пойду сохранюсь. Так. Ну что ж, юху. Ой, чёрт. Всё хорошего настроения, всем до следующей серии, всем пока.